30 издательств, выпускающих книги на румынском языке, в том числе 8 из Республики Молдова, участвуют в международном книжном салоне «Букфест». Он проходит в Кишиневе и завершится 1 сентября. Мероприятие проводится под патронажем президента Румынии Клауса Йоханниса и президента Республики Молдова Майи Санду. Приходите с открытым сердцем, читайте книги, потому что это полезно для ментального здоровья. Не говоря уже о том, что погружение в чтение – это убежище от стресса и неконтролируемого потока информации, который ежедневно обрушивается на нас. Книга – это убежище от социальных сетей, манипулятивной информации и дезинформации, которая исходит со всех сторон. Возьмите книгу в руки и освежите свой разум. Посетители говорят, что каждый год с нетерпением ждут открытия международного книжного салона «Букфест». Каждый раз привозят что-то новое, и я прихожу, чтобы увидеть эти отличия из года в год, будь то в качестве книг, в качестве издательств или в тематике книг. Я прихожу на открытие, а затем обязательно возвращаюсь с детьми, племянниками и сестрами, потому что все они увлечены чтением. У нас на столе всегда лежат книги, которые читаются одновременно, и я считаю, что это необходимая духовная пища для нас. Издательства, участники салона, пожертвуют Национальной библиотеке Молдовы 3000 книг. На мероприятии можно будет познакомиться с книжными новинками. Три из них представила одно из молдавских издательств. Наши ожидания, конечно, заключаются в том, чтобы увидеться с читателями, познакомиться с как можно большим количеством людей. Мы – издательство, которое приносит пользу детям. Также у нас есть сборник поэзии для взрослых. У посетителей есть возможность не только приобрести книги по сниженным ценам, но и пообщаться с писателями, деятелями культуры с обоих берегов прута. Это книга идентичности Кишинева, которая мне очень дорога. Кишинев в межвоенный период. Кишинев в межвоенный период – другие несентиментальные воспоминания. Жду читателей в воскресенье, когда состоится презентация написанной мною книги. В ней идет речь о моем отце. Сегодня я имел честь представить особую книгу, автором которой является выдающаяся личность, одна из главных фигур румынской культуры – академик Аурел Поп, президент Румынской академии наук. Это первое издание такого рода в румынской истории, и оно ценно тем, что предлагает интерпретации и объяснения для тех, кто интересуется средневековой историей Молдовы и эпохой Штефана Челмария. Государственный секретарь Департамента по связям с Республикой Молдова при правительстве Румынии Адриан Дупо подчеркнул, что уже 3 года подряд Румыния оказывает финансовую поддержку этому культурному событию, способствующему сближению с Европейским Союзом. Мы уже много лет стараемся делать это и рады, что осуществляются конкретные шаги, и Республика Молдова с каждым днем становится все ближе к ЕС. Нашим участием, участием правительства Румынии, мы сохраняем нашу приверженность важности книги и румынского языка в нашем общем культурном наследии и выражаем признательность авторам и читающей аудитории. Международный книжный салон «Букфест Кишинев» проходит в центре «Медиакор», действующем при Государственном университете Молдовы. Первый салон прошел в 2016 году.